Крыму за прошедшие сутки зафиксировано 120 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает Минздрав Республики. 4 из них с бессимптомным течением болезни. 93 пациента выявлены при обращении за медицинской помощью. 27 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. С подтвержденным диагнозом скончались 7 пациентов. Всего с момента начала пандемии в Крыму от COVID-19 умерли 826 человек. С выздоровлением из медицинских учреждений за этот период выписано почти 29 тысяч пациентов. Крымчанам и гостям республики в профильном ведомстве напоминают о необходимости соблюдать масочный режим, несмотря на начало вакцинации. Это связано с тем, что прививка хоть и полностью исключает тяжелую форму заболевания коронавирусом, но вероятность заражения с последующим протеканием болезни в легкой форме и передачи инфекции в этот период окружающим все же остается.